Ну, а мы переходим к следующему бою. Довольно интересное противостояние. Давайте послушаем. Чемпион WF Pro Fight. Количество профессиональных боев. 4 победы, 1 поражение, 0 ничьи. Кандидат мастера спорта по ушу санда и по боевому самбо. Команда УШ. Тренер Кулыч Сахарбаев. Встречаем. Джумабаев Дания! И его соперник в красном углу. Его вес составляет 70 килограмм, рост 175 сантиметров. Чемпион WF Pro Fight 50-й. Чемпион по кикбоксингу. Чемпион по рукопашным боям Узбекистана. Количество профессиональных боев. 3 победы, 0 поражений и 0 ничьи. Мастер спорта по кикбоксингу. Команда «Мангуст». Узбекистан, Фергана. Тренер Тугизбаев Мансур. Встречаем. Тухтасина Нурбек. Узбекистан. Десятый бой этого вечера. Данияр Жумабаев против Нурбека Кутажинова. Бой в легком весе. До 71 килограмма выступают бойцы. Первый раунд. Поехали. Ждем не менее интересное противостояние. Самбист против кикбоксера. Это всегда интересно за этим наблюдать. Здесь видим, как Нурбек Кутажинов скользит по настилу. Пришлось ноги протереть. Дождь не прекращается. Лоу-кик такой проверочный. Пытается проверять джебами. Но спокоен Данияр Жумабаев. Есть ощущение, что он контролирует ситуацию. Сейчас была двоечка. Тоже вытягивает руку перед собой. Вот здесь неплохо поймал за ногу. И нужно продолжать. Нужно продолжать атаковать. Подводит к краю октагона. Чувствуется опыт Данияра Жумабаева. И пошли удары. Нурбек в такой ситуации, конечно же, пытается вязать руки оппонента, как-то защищаться. Прижался сам к нему, но видит, что это никак не помогает. И продолжает работать, буквально молотить своего оппонента. И это все, друзья. Вот он, Данияр Жумабаев. Победитель 10-го боя этого вечера. Точнее, этого выпуска. Если я не ошибаюсь, это был 26-й бой турнира Selection Wildjar. Об этом бою в первом раунде за 1 минуту и 41 секунду техническим нокаутом победу одержал Джумабаев Дания! Ну и, собственно, кто бы сомневался в его победе. Давайте посмотрим на самые яркие кадры этого противостояния. Вот здесь очень красиво уронил своего оппонента на настил Данияр Жумабаев. Ну а затем все было делом техники. Вот вышли родные, чтобы поздравить Данияра. Собственно, очень семейная атмосфера у нас дальше пошла. Ну и на поздравление выходит менеджер промоушена VF. Представитель по Ошской области. И от нее поздравления.